Я зашел! Хорошо, хорошо, работает! Летай! Прикрывай на стол! Пошел, пошел, пошел! Принято! Ведем огневой бой! Хорошо, хорошо, огневой прикрытие! Эвакуация готова! На эвакуацию, быстрее! На эвакуацию прикрываем! Работа, работа, работа! Да, хорошо. Хорошо. Будут наложить? Нет, у вас голый участок кожи. На голый участок кожи. Можешь снимать тебе этот турникет. Ну типа ты... Пополнение то же самое, то есть укладывается. Помощь индивидуальная, она будет расширена чуть-чуть вот такого состава. Перевязочный пакет, который я вам рассказывал, моментом вверх, потом проворачиваем. Да. С военнослужащим проводится занятие ежедневно под руководством инструкторов по тактической медицине. Да. Основной нашей задачей является выработка устойчивых навыков оказания первой помощи на поле боя. Собственно, инструктора и задают контролируемый боевой стресс с акцентом на текущую боевую травму. Военнослужащим задается та или иная вводная, да, исходя из которой они уже должны принимать определенные тактические решения, исходя из медицинской составляющей. То есть они должны сориентироваться на местности, определить как вид, способ эвакуации, способ оказания первой помощи. В порядке самопомощи военнослужащий будет себе оказывать помощь, либо ему понадобится взаимопомощь. И этому мы учим военнослужащих именно создавая искусственный боевой стресс. Основной упор в занятиях делается на том, чтобы военнослужащие в случае получения ранения знали, как правильно им действовать в этой ситуации. То есть либо и они используют на практике тот или иной алгоритм, который мы им даем, но опять же исходя из сложившейся тактической обстановки.